И да, и всем привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы играем в паник, то есть бешеный пылесос. Если мы наберем минимум 4 лайка, то я выпущу третью часть этой рубрики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, наша цель уже 410 подписчиков. И наберите 4 лайка над этим видео, и я, как обычно, выпущу новую серию. На предыдущей серии вы поставили лайк. Блин, а сколько вы поставили-то? Сколько вы поставили? Не помню. Нажмите на кнопку, и вас ждет абсолютно тупое наказание. Мистер Бист. Мой канал. Ты же ничего не полил, да? Ничего не полил. Вы набрали. Так, нормально так. Вы набрали 3 лайка. Ну, если бы я поставлю, то 4 лайка. Вы как раз набрали 4 лайка. Ну, конечно, еще один лайк я поставил, но это тоже считается. Вот я вам считаю, я вам записываю вам видео. Вы мне лайки, я вам видео. Ну, давайте же и начнем. Вот играть нажмем. Режим игрока. А подожди, а это что значит? Режим игрока, режим игрока. Значит, будет больше шансов, кстати. Блин, монетка упала. Так, студия. Так, тут девочка какая-то. Тут мыло. И какие-то пылесос бешеный. Ну, я не буду к нему подходить, но там есть. Получите одно сердце назад каждые 4. А, получайте одно сердце назад каждые 3 минуты. То есть через каждые 4 минуты я буду получать жизнь. О, вот это классно. О, нет, мы заперты. Ай, пылесос рядом. Все, я не пылесос. Блин, о, первый сканер. Так. Блин, ага. Запомнил. Вот, кстати, подписчик. Вот сам комментарий, самый лучший комментарий из всяких видео. Спасибо вам за 400 подписчиков. Просто в тех видео я не говорила 400 подписчиков, потому что у меня это все наперед заснято. Так, первый закончен. Где-то вон там я видел. Ой-ой-ой, где пылесос рядом. Где пылесос? Да, где-то там. Да, вон он. Где я еще-то пылесос-то не нашел? Так, где же я еще-то не нашел? Где же еще один сканер? Вот он! Посмотрите. Макароны, куколка и мыло. Так, макароны. Мне нужны макароны. Куколка. Куколка. Мыло. И макароны. Ну, где-то кто-то и заметил. Где макароны? Нет! Тут где-то пылесос. Мне нужны макароны, я макароны найти не могу. Ха, ох. Так, я думаю, это макароны, но это... О, как раз последний сканер смотрю. Сейчас. Так, мороженое, хлеб и это. Угу. Сначала мне нужно взять макароны. Потом где-то. Это рядом ты. Я убегаю с этого места. Где-то рядом здесь пылесос. Пылесоса рядом не было, слава богу. Так, мороженое, печеньки, хлеб.
Да по дорожке все взять. Так. Печеньки, хлеб. И морожка. Кекс, то есть. Нет, нет, нет. Я убегу от вас, падлы. Найдите выход, чтобы убежать. Нет, там бешеный пылесос. А где этот выход-то поганый? Где-то там должен. Я где-то тут видел поганый. Вот он, этот выход поганый. Не! Так, у нас будет тут по 3 раунда. То есть это уже первый раунд окончен. Будет сейчас скоро второй. Паник лобби. Так, режим игрока. Сюда. Так, это за робоксы, да? Ну да, за робоксы. Бешеный пылесос! Пум-пум-пум-пум. Пум-п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 ум. Я могу целого челика перепрыгнуть. Да. Да, сейчас я просто вещи в руки возьму, вдруг они там будут, это я, действительные. У меня как будто будет... О, нет, мы заперты. Хоть бы я был бы пылесосом. Блин, как лагает. А, лагает! Ты чё? Так, нет, не подходят предметы. Так, мне нужно... Ладно. Так, мне нужны замороженные... Что-то вот это. Замороженные. Мне нужна картошка и бумага. То есть, замороженная картошка и бумага. Всё понял. Так, первый есть. Так, мне нужно еще картофель найти. Только где картофель? Отдайте мне картофель. Я думал, это курица. А я думал, что это картофель. Тут картошечка есть. Картошечка. О, картошка. Ее, картофель. А я еще... Ну все. Его шиндарахну. Так, что он прям улетит. Что буду спамить на кнопку Е, так, на всякий случай. А где он? На! Так, туалетка, туалетка! Надо успеть до егошнего просыпания. Ха-ха-ха, я успел. Блин, а там что надо было? Так, игрушка. Блин, я игрушку-то выкинул. А, пылесос. Ха. Нет. 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 Ты там куколка? Кукол, это что? Фруктовая чашка и молоко. А где вам найдут эту фруктовую чашку? О, низкая. Молочка надо идти взять. Берем молочко.
Тихо, тихо, пылесос, успокойся. Тебя никто не обидит. Меня. Что, найдет он? Да пошел ты нахрен. Ну все. Хи-хи-хи-ха. Че, думаешь, что самый умный здесь? На! Так, мне нужен виноград, авокадо и сыр. Блин, сыра рядом нет. Ладно, пойдем за авокадом. Авокадой. Авокаду. Я добил. Я знаю. Мне нужен. Вот он нужен. Мне нужна авокадо. Это груша, вот она авокадо. И что еще там надо было? Вот досада-то забыл. А идти не хочется туда. Так, ладно. Да ты, блин, заколебал. Сыр. Все равно сейчас 4 минуты пройдет, меня возрождут с жизни меня. Так, сырок. Нужен сырок. А где сыр? А где сыр-то? Где мой сыр? Где? А, вот, нет, это тоже не сыр. Вот он сыр. Ванечки, Ванечка, а Ванечки я. Пирожна купает, мамочка меня. Он заколебал там возле сканера ходить. Принесите или... А, я сейчас пойду искать этот гребаный магнит. Магнит поганый надо найти. Так, здесь нет магнита. Вот он магнит. Чё думал? Самый умный! Тьфу ты! Я забыл авокадо. Все, я думал, что все, надежда есть. Нет, хрен мне. Я авокадо не взял. Опять это звуком. Ловушка Джокера. Да блин, нужен магнит. Нужно быстрее найти магнит, потому что... Ну как так? Магнит. Надо было и так и быть, надо было сразу было этот активировать. И где этот электрошокер? Ой, какой электрошокер. Ну, поняли. Я не могу найти магнит. Может, челика магнит? Он просто время тянет. Он берет тупо это. Ты думаешь, мы настолько тупые? Ты кого здесь хочешь обмануть? Как будто там опять-то сожрал.
Третий, второй раунд самый длинный. О! Ну где этот магнит-то поганый? Не магнит. Время тянет просто. И человек с каким-то магнитом ходит, а его просто не принимает. Да блин, а где магниты? Все сканеры, завершите, все сканеры. Быстрее, все сканеры! Этот поганец малолетний там ходит. Он меня заколебал уже. Меня уже задал, мы сейчас проиграем. Сканер-то можно было сканерить. Не успел. Это не досада. Ой, минута, два. Ну все, поганец. Тебе писец. Быстрее, мне нужен тоже проход. Ха, лох. Я думал, я не сбегу уже. Восемь минут проходили эту говно-то. Можно последний раунд. Ой, капец, 8 минут идти, господи. Ой. Если пылесоса бегать, может так будет больше шансов. Да блин, не я. Убийский шанс. Так, белый сканер здесь у нас. 10 минут у нас для прохождения. Так, макароны, бананы и салфетки. Так, салфетки, салфетки. Так. Банан и макаронки. Макаронки и бананчик. За бананчиком, бананчиком. Нужен бананчик, бананчик. Как без бананчика там? Бананчик всегда вкусный. Так, где этот поганый? Это Билл. Бананчик. Ура! Белый сканер закончен. Конечно, этот дебил мешать не будет. Что это за проклятие-то такое? Пылесош ты. Я уже как украинец какой-то говорить начал, не пойму. Почему? Как-то не то, как раз здесь рядом. О, у тебя этот. Опа, теперь здесь, там вроде водичка была. Там туалетная бумага, водичка. И лимончики. Так, водичка. Туалетная бумажка и лимончик. И лимончик. Ой-ой-ой, быстрее пробегать. Нет. Я наполовинку не успел. Это ананасы, не лимончики. Вот он лимончик. Вот лимончик. Чё с ним? Ой, я у него ананас забрал.
И он у нас забрал. Хо-хо-хо. Так, у тебя есть вот это... Нет, магнит. А где последний сканер? А где сканер-то последний? Видите, как я понимаю тебя для... А где следующий сканер? Да где следующий сканер? Где, бля, муха, что ты здесь делаешь? Мыло сгнило. Как мыло не сгнило. Я, блин, испугался этого. Да где? Ладно, возьму ананас. Ну, ананас на всякий случай возьму. Опа, нормас. Я не могу найти третий сканер. Где третий сканер? Где третий сканер? Где? О, СПС, что подтолкнули. Где третий-то сканер? Где? Три сканер. Где? Три. Как ты успел сбежать, этот сканер найти этот поганый? Не могу, а вы уже сбегаете. В общем, там же посередине. Может там. Так вот он, это, блин, его пробежал. Дебил. Чего? Я забыл, что надо. Вроде бублик какой-то. Нужен бублик, куколка и хлеб. Что гудит-то? Куколка, бублик. Бублик. Это же бублик? Бублик, да, бублик. Вроде бублик. А я не пойму, а что еще там? А, хлеб. Ай, хлеба, хлеб. Ха. Лошара. Же всего лишь чтобы просканировать. Я не успел. Думал, что я не успею. Смею себе в лицо, я успел. Ластофре. Мы прошли даже за 5 минут, на 3 минуты меньше. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо. Всем пока.